было! Я видел в окно! Я видел, там что-то было! Забудь, Барри. Просто я схожу с ума. О, боже! О, боже! Ты не сходишь с ума! Хотелось бы, но ты не сходишь! Ал, береги себя! Будь в доме, никому не открывай! Серьезно. Перед тем, как сознание покинуло Расти, он подумал о Роуз. Он был старше девушки, то едва исполнилось 20. Но рядом с ней он чувствовал себя молодым и забывал, чем обернулся его давно разрушенный брак. Расти до сих пор носил обручальное кольцо. Он ждал, когда девушка попросит снять его. Этого никогда уже не случится. Лаверс Пик вела туристическая тропа.
Кажется, никто не знал, куда подевался Ал. Его видела только Роуз, официантка из закусочной. По словам Барри, Ал провалился сквозь землю после того, как вышел из закусочной. Роуз была фанаткой писателя из того разряда, который Ал просто ненавидел. Но она очень старалась помочь. Кроме того, она была умна, хорошо знала, что происходит в городке, знала многое об Але и даже поняла, кто такой Барри. Роуз ему понравилась. Не мудрено, когда речь шла о женщинах, Барри и Ал редко были солидарны. Я повернул за угол, страшась того, что мог увидеть в лучах фонарика. Вдруг предо мной засиял грубо нарисованный символ факела. Под ним я нашел металлический ящик, спрятанный за большим камнем. Это был целый непростой склад. Батарейки, ракеты, патроны. Запасы, необходимые, чтобы пережить очень темную ночь. Приготовленные кем-то, кто знал то, что знал я. И даже больше.
Найтингейл не хотел торчать в Брайт-Фоллс. Маленькие городки раздражали его. Ему не нравились ни деревья, ни кофе. Теперь он знал, что за витринами и улыбками прячется немыслимый ужас. Он отчаянно мечтал повернуть автомобиль и гнать, пока не выдохнется, или свернуть с дороги и надраться. Но у него была работа. Писателя следовало поймать любой ценой. Дерьмо. Нужно шевелиться. Другие на подходе. Фонарики для детей. Сигнальные ракеты удержат твари. Ты тоже их видишь? Конечно, вижу. Пошли, нечего стоять. Зачем? Потому что так надо по сюжету. Да, но... Пошли! Прости, но пушку я потерял. У меня есть пушка. Ты, главное, свети на них. Не сразу, но я узнал его. Он ехал на пароме вместе со мной и Элис. Он знал мое имя. Мы шли к Лаверс Пик. Это не совпадение. Он похититель. Давай, Уэйк, не отставай! Сюда, вверх, Уэйк. Бери из ящика сигнальные ракеты и отгоняй их, пока я не оторву доски. Дай пистолет. Не пойдет, Уэйк. Ты шутишь? Дай пушку! Некогда языком молоть. Сдерживай их! Еще немного, отгоняй их! Свети на этих мразей, тогда не сунутся. Еще чуть-чуть, почти готово. Отлично, открыто, Уэйк. Шевелись.
Приготовься. Они догоняют. Вот так, Вейк. Последний бой. Еще сигнальные ракеты. Готовься. Будем бить их, пока не кончится. Дай сюда чертову пушку. Они идут! Так не пойдет. Следуй сценарию, Вейк. Спектакль окончен. Где моя жена? Я знал, что ты скажешь это. Уже читал. Поздравляю, ты невероятный писатель. Ты принесешь в наш мир нечто великолепное и ужасное, если мы обеспечим должный редакторский надзор. Что за чушь ты несешь? Где Элис? Мне нужна вся рукопись. Или ей не поздоровится. Не трожь ее! Нет! Вернись! Клянусь, хоть пальцем тронешь Элис, убью! Слышишь? Вернись! Он похитил Элис, и он думал, что рукопись какая-то волшебная. Отдать ему рукопись я не мог, у меня ее не было. Нужно было вернуться к Барри и решить, что делать дальше. Не единожды Элис пыталась объяснить мне, каково это — бояться темноты. Для нее темнота была не просто отсутствием света, но чем-то куда более осязаемым. Ее можно было потрогать и ощутить. Хуже того, это было нечто, обладающее разумом, злым и враждебным. Для Элис все привычные вещи, когда их накрывала темнота, превращались в нечто иное, чужое. И не было больше ничего безопасного. Только сейчас я понял, что она имела в виду.
Сару не волновали угрозы судом, которые сулил агент Уэйка. Она дала уйти Уэйку без разговоров, потому что в нем было нечто неподвластное ее контролю. Нечто, напоминавшее ей об отце. Сара не думала, что Уэйк мог навредить жене. А потом она вспомнила, как тот яростно набросился на Хартмана. Этой ночью одна отчаянная ситуация сменяла другую. Я был измотан, и все тело болело. Фонарик стал тяжелым. Взводя курок, я чувствовал, как в руку отдается боль. Но мне наконец-то удалось выбраться из леса, и дела вроде бы налаживались. Именно в этот момент я услышал бензопилу. Я слышал, как упал самолет. Какая-то бессмыслица. Было ясно, что он упал сюда только что. Но он был очень старый и явно не летал уже десятки лет. Выглядело он жутко.
На лесосеке творилось не весь что. Модульный офис столкнули с утеса. Тяжело дыша, взволнованный помощник Торнтон выбрался из развалины. Никого нет. Странно. Ты не думаешь, что это странно? Маллиган громко фыркнул. Черт, это всегда странно, Торнтон. Просто надо понять, что именно странно на сей раз. Когда Барри увидел, как тьма напала на туристический центр, он поверил. Люди, которых Ал, по его словам, пристрелил, это были не просто спятившие местные. Мир изменился. Будто предупреждение переключили канал. Ты думал, что смотришь комедию, а на самом деле ужасы. Когда птицы напали на вертолет, Барри не удивился, а просто испугался. Thank you.
опасных ситуаций. Когда я бежал через лес, тени зашевелились, и поднялся ветер. Я чувствовал, как темная сущность смотрит на меня. Затем лунный свет заслонили тени, которые неистово мчались по земле, чересчур быстро для обычных теней. Тьма сгущалась между деревьями и вновь рассеивалась, открывая взгляду одержимых. Никакая тропа не могла привести их сюда. Опасное занятие. Барри? Ал, на крыльце полно птиц! Заклюют меня прямо как у Хичкока! Спрячься где-нибудь. Я уже иду. Не открывай дверь. По-твоему, я псих? Спрячься. Я скоро приду. Только убедись, что свет горит. Мне нужно было дойти до коттеджа. Но, по крайней мере, я выбрался из леса.
Нужно было вывести машину из гаража. На ней я добрался бы до Барри куда быстрее, да и фары не помешают. Команда агентов ФБР приказывала не двигаться. Я подумал, не стоит ли сдаться. Все равно у меня ничего не получается, а это была возможность переложить дело на кого-то другого. Но почему-то показалось, что так нельзя. Считайте это инстинктом. Его поза, манера держать пистолет. Он не мог быть другом. Я бросился к дыре в заборе и нырнул в темноту. В моих ушах гремели выстрелы. История – это не машина, послушная каждому движению. История – это зверь, живой зверь. Ее можно создать, придать ей очертания, но потом она обретает свои собственные желания. Измени что-то одно, и запустишь цепную реакцию, которая распространится по всему сюжету. Персонажи должны быть верны себе. События должны следовать внутренней логике истории. Один прокол, и магия испарится. История погибнет. Элис погибнет.
не было никакого недоразумения. Озеро Колдрон находилось именно там, где жили мы с Элис. Вот только не было ни дома, ни самого острова. Куда-то делась целая неделя моей жизни. Что с нами произошло? Я должен был вернуть Элис. Я не смогу жить без нее. Ракетница — это, наверное, лучшее, что я мог бы противопоставить темным тварям, с которыми столкнулся. Это был похититель. Подонок! Где моя жена? Хватит игр, Уэйк. Отдашь рукопись и заберешь свою женщину. Все просто. У меня нет. Подожди. Послушай. Я еще не закончил ее. Мне осталось написать финал. Это займет неделю. Не закончил? Мне нужна неделя. Даю 2 дня. Тут поблизости старая Брайтфоллская угольная шахта. Ты ее запросто найдешь, городской пройдоха. Встретимся там, в главном корпусе, в полдень. Принесешь рукопись, получишь свою женушку, не принесешь? Ну, смекаешь? Да, да, я понял. Барри болтал о птицах по телефону. Я так рад, что ты здесь. Парочка тварей пробралась, пока я не закрыл дымоход. Так не бывает. Птицы так себя не ведут. Прошу!
Больше нет. Ал, я... Это... Ты прости уж меня, что я решил, будто ты спятил. Я отправил Барри в город поспрашивать, не опознает ли кто похитителя. И он заедет изучить архивы местной газеты. Может, он сумеет выяснить что-нибудь. Хоть что-нибудь. Про исчезнувший с домом остров. Похитителю нужна рукопись. Я должен попробовать ее написать, чтобы вернуть Элис. Для меня сверхъестественное всегда было не более чем аллегорией человеческой психики и инструментом художественной литературы. А теперь это происходило на самом деле, и я не мог выдавить из себя ни строчки. Барри Уэйлер, слушаю. Это Роуз. Роуз? Я нашла страницы мистера Уэйка. О, ты моя красавица! Не могли бы вы с мистером Уэйком прийти за ними? Я живу в трейлерном парке за городом. Примчим в течение часа. Пока. До скорого. Удачного дня. Приходите к нам еще. Приветствуем в дорогом олене. Молодчина.